периодически как бы появляются метеоры, метеориты, болиды, которые, допустим, Земля, другие планеты выхватывают, и они могут пересекать траекторию этих планет. Но вот такие процессы, когда происходит пересечение траектории движения Земли этими потоками, тоже наступают периодически. Например, ближайшее будет в середине апреля, это будет поток метеоритов, которые пересекают траектории движения Земли. Они, конечно, наблюдаются только ночью, как светящиеся объекты. Землю будут пронизывать порядка 8 тысяч таких вот частичек в сутки. Но это не означает, что это прямо над, допустим, Челябинской областью будет 8 тысяч таких частиц. Если 8 тысяч разделить на всю поверхность, на всю поверхность атмосферы, то, ну, где-то, допустим, это будет несколько десятков таких частичек за ночь выпадать, там, десятки, единицы там. Вот. Это вот как бы светящиеся объекты, такие точки, сгорающие вот, частички каменные там, или ледяные, сгорающие в атмосфере.